Сибирь. Ее богатства все полнее раскрываются для народа. После совещания в Новосибирске Никита Сергеевич Хрущев побывал на строительстве Братской ГЭС. Навсегда останутся в памяти строителей эти волнующие часы, когда Никита Сергеевич осматривал гигантскую станцию, какой еще не приходилось строить никому в мире. Этот день был радостным вдвойне. Первый агрегат мощностью в 225 тысяч киловатт дал промышленный ток и был включен в энергосистему. Никита Сергеевич Хрущев не первый раз приезжает в Братск. Эти кадры сняты летом 59 года, когда строители готовились к перекрытию Ангары. Ныне бетонная громада взметнулась ввысь, как свидетельство творческих сил нашего народа, народа-созидателя. Энергия Братской гидростанции поможет освоить неисчерпаемые богатства Восточной Сибири, быстрее претворить в жизнь решение съезда.